Сейчас мы их увидим. Ой, видите его? Точнее, подъезжайте, будем видеть. Не, не, не видно. Нормально. Обзора не хватает. Я за свет. На гусли. Пробивай. Ушел солдата. Понятно, они все там, понимаешь? Все там, они все здесь. Цену я это 5 минут назад. Сейчас я на тот берег перееду. И еще раз посмотрю. Вы там пока не спешите. Отсюда откуда херачит? Откуда? Кроме. Вот как, блядь, БК меня выбил. Ну почему, блядь? Потому что она у тебя спереди. Ну да. Он вот кроме. Опасно ты. Он один. Так, ой, один был. Я не вижу, он за горой. Это просто потому, что вы там в паре езжаете хоть. Type 64 отсюда стреляет. Бля, а чё? Некромвель тайп голдой накидывает вот отсюда. Они все на горке стоят. Не видно? Вот они, видишь, а без. Ну это пиздец, блядь. Да. Причем они не светились до последнего. Ну, вообще, блин. БК мне вынес, сука. Ну ладно, делаем, что можем. Можем, ну, вернуться на свою базу вот сюда. Все, да. Если вы вас убрали, что мы ну вот как можно вот этим маленьким калибром вынести БК, я не понимаю, как оно работает. Да ладно, оно бывает. Да ну как, на голде? Голдой, да, 64-й голдой лупил. Это ж подкалиберный снаряд, глубокого проникновения. Мне Кромвелю БК вынес. Ну, у него голда какая, тип снаряда какой. А я не знаю, у меня не было Кромвеля. Назад, дай на. Сразу же, с первого выстрела. Ну фигня, дядь, вот мне выносили. Невезуха. На 3/4 выносят наводчика и за это самое. Блин, и ствол ломает. С одного выстрела. Вот где вопрос. Или например, в лючок тебе попадает командирский, да? Там, командирскую башенку. И. А вы-то как разобрали, ничего не понимаю. А вот эти как? СТшки, которые светили, да, он голдой лупил, я их не вижу. Я пока доехал до домика, они мне уже накидали. Не, вопрос, почему я их вот не видел? То есть ну, у меня я рога, показывал, и да, ты их не видел, да, не засветил уже прям вообще впритык только когда. Хотя они стреляли, вот что удивительно. Вкачанная маскировка, массеть. Ну это понятно, конечно. Ну чё, дефить будем?
Ой, один, давайте вот сюда вот. Давай в списке. СТ-шки пока вот, вот сюда два, вот в эти горы. И вот два это первых, короче, которые Алекс и я. А три остальных вот здесь останутся. Нам на горке стоять или вниз? Пипец, вылетело. Вниз не надо. Ну я, короче, за тобой, стервятник, лечу. Панча, тебя останови. Да вылетел, сейчас, подожди. Ты так летишь классно, бля. Ух ты, кто-то был прыжок. Минус 75 хп. Уж, ну все, остановись, ну ладно. Вот она. Ой, один, видите эти танки? Разворачивайте башню. Так, кто еще их видит? Я в засвет. Я вижу. Ну, давай, давай, убивай. О, они все там. Все, уже не вижу, это 150. Вот, спасти. Дальше что? Кромвели. Кромвели здесь. Смотри, сюда. М4 тоже давай туда к ним. Ну я понял. А нет, ты их увидишь от. А на каком серваке? А, на шестом. Так, еще одна Т-3485 должна быть, да? Я сейчас сзади им зайду. Как не пробило? Туся, ты не выживешь, сразу говорю. Подожди. Да, ладно. О, нормально. Ну что, я остановил, Панчо спасал. Так, кто там справа у нас есть помощник? Ну да. Кого? Туся, я к тебе еду. Панчо, они здесь по каналу идут. Ой, один, давайте сюда, выбирайтесь, они там. А вот они все тут под этим. Да. Это приблизительно. Они по мне не попадают. В прошлый раз мы сделали. В атаку пошли. Чего в атаку пошли? Ну все, он мой. Где этот кат? Панчик в жопу ему. Ну ты вообще изгаляешься, танцы, шманцы устроил. Один раз помахнулся, началось. Закрутил. Вот я настрелял. В болоте закрутил. О, не в болоте, а в канале закрутил. От стенки к стенке мне. О. А чё Нэп... А, Нэп трёх убрал. Больше дали кирпичика. Так нечестно. Тебе кирпичей подвезти? Да, давай. Не вопрос, сейчас загрузим, отправим. Рейта, подарки к 8 марта. Да, надо, Каспер.
Поддон кирпичей. А ты на 23-е подарила пацанам? Вас много, а нас мало. Сколько у нас девочек? Две или три в клане? Ну вот, сколько пацанов в клане? Так. Куда только? Ой, один вот сюда. То есть вот туда близко не надо. Эстехи все рулим вот здесь. То есть сначала встретим их вот здесь. Ну вот здесь вот. А ой, приготовились. А кто-то там уже. Блин, да не карта. Хрена звонит. Нет, если арта, да то понятно. В свете. Двигаемся, от арты не погибаем, только от этой нет. Нормально. Может есть и не съесть. А наши ой только встречают. Все, я думаю, можно порулить. Вот этим вот сюда. А стрелять или нет? Вижу Т-150. Да стрелять, ну, конечно. Ну, Слева видишь? Наглый слева. Поехали все. Стехи едут? Хорошо. Да-да-да. Ты говори вначале, кто из этих. Уи, ты видишь? Уи. Две группы, как бы. Чтоб не путались. Все, пиздец, спасибо, прикрыл жопу. А кто-то пусть задефит базу. Ред, там у тебя Т-37. Да, не спи. Прекрасно. Втроем вот сразу 3-4 кидайтесь, не ждите. Да, 3 на захват давай. Я в защиту пойду. Берите быстрее. Да, успеют. Эти толстожопы не успеют вернуться. Мы. А чё, панчо? Берите ушёл. Втроём. Ну всё, я без ренки, я полегал. Так, встаньте, чтобы халка от вас не засёк. Ага, хорошо. Ты даже не засёк, сам пос... Сейчас он полетит. А хоть берёте, не? Свелись все сюда направо чуть-чуть. Да не успеет. Ну, огонь, чё не стреляло. Взяли. Кто меня справа продамажил, непонятно. А, ФВ. Да ФВ. Он же арта. Меня два раза. Захват был на мне. Походу. Не, успели, они не успели ни один выстрел. Не, эти две крепости такие, конечно, там что-то огрызаются, даже не огрызаются, их просто там кусают. Время на них только так. Но я что-то не понимаю. У вас должен быть выстрел, смерть. Выстрел, смерть. Ты чё вы фугасами, чё вы ББшками? Фугасами, стойте тупо на фугас. Да фугас лажа. Кто ББшками? Я всегда играю на фугасах. Он Т-150, я тебе говорю, КВ-80, он не пробивает ББшками. Есть только в борт. Там ББшками можно были в городе. Как и там ББшки. Да чё там, да, фугас... Фугасом ты понимаешь, что... ББшками можно стрелять только по СТ-шкам и ЛТ-шкам. ББ тогда пробивает. И там они зашли, короче, с двух сторон, окружили меня. Ой, в жопу. Только мы же не против, для этого мы вас и используем.
Ну, потом на ушко расскажешь, как ты стреляешь. В смысле? Ну почему у нас всегда? Когда мы едем, всегда на встречку вылазит тот же труп. Куда едем-то? Кто куда вылазит? Так, думаем, голова. Ой, один вот сюда. То есть никуда мы рулить не будем. Я вот сюда вниз спущусь, СТшки вот сюда помчались. Ну, Ред, ты же сам понимаешь, бывает и день, одни сливы, второй день победы. Ну, это ж ВБР. Не должно быть сливов. Это от вас зависит. А на мост нам не это уи не ехать вот сюда на мост? Да не надо. На мост я сейчас просто встану немножко светану, чтобы они через мост не поскочили. А там пойду не светить. Я с кем-то вчера играл, вот я не помню, КВ-85, ну почти на фул КП накинул, пугался. Я в засвете. Я тоже. Нормально это дело. Нормально все. Т-27. Давай заберем нас. Светоновый убирай. Не надо пока. Раз удирай, значит там нет еще никого. Значит никого нет. Либо вытаскивай. Под зал да бой бежит. Один на галке. СТшки дальше едут, да, или что? Ну, можно чуть-чуть кто-нибудь там высунете голову. Вот тут деревья падают. Ледник. Все, давай, ой, один, пошли. Куда? А вот туда он, наверх. Через воду или куда идти? Ну да, давай. Чё, базу брать будем? Там можно, а чё бы нет. Вон наверху сначала убейте. И внизу он СТшка где-то. Ну так, да, вот этот кромель, он всех будет светить. Давайте, вы главное куда поднимаетесь? Сейчас я светану. Надеюсь, они тут вдвоем. Пошли. Справа 3-4 может быть. 3-4 справа загрызите. Все, ясно. 3-4 загрызли сначала. Сейчас я его. Все, вы едете все туда, я 3-4 заберу. Сам? Ну, чтоб забрал. Ну да. Ты блядь, сейчас доберет. А не там сейчас. Надо то, что здесь есть, разогрызть, а потом уже будем разбираться с ОИ-1. Они просто возвращаются. Кто это там прорвался? Блин, чё это? Ай, красава. Всё, отъезжаем. Не надо не влазить, там сейчас у один там. Не, впусти его и вперёд. Держим. Не, подойди. Не, под. Сейчас тут у один, два. Их встретят. А мы на захват. Поехали. Мик. Ой, нет, все, отъезжаем нафиг. Два наверх поехали. Скоты. Джеки, ты пол. Так, не сливайтесь там.
Ну почему? Ну как? У него он первый по мне выстрелил. И у него КД быстрее. Ну как так? Ну, шотиков. Да, блин. Отлично. Ну все, и лично не его убил. Шанс обрыва увеличен. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Все, догрязите его. Бочинку заедьте кто-то один. Ну кто, фуловый? Да вон кого пай сейчас его доберет. И базу забрал. Моему между грудей. Погонял, да? Зарядили. Оно точно шьется. Солдат неудачи четвертой степени. Он что такое? 5 побед. Медалька. А я не пойму, у меня почему-то на фугас переключился там. Это паника. Я залетела туда, и у меня фугасы, понял? Я бы тут деф точно предложил. Деф-то деф, да. Так, да, да. Ну давайте вот здесь вот дефом устраивать, вот в этом месте. Дефу? Ну да, да, да. Ну то есть все? Вот тут вот. Ну да. Давай чуть вправо отойду, подсвечу, это по центру посмотрю. Куда двигаю. Вот здесь вот только тяжи, вот тяжи вот сюда, вот под вот эту вот горку. Тут, которая в центре. Вот здесь вот. То есть, чтобы они заехали, на вас отвлеклись, а мы вот будем здесь. Потом, если что, их увидим, подрулим. И всех раз. Блин, где ж я нагрешил-то, а? Либо вот под эту. Так, лучше, наверное, под эту, чтобы базу было видно. За ним погнался раньше? Не-не-не, я сюда под горку, чтобы вот здесь посветить, если что. Стреляют отсюда. Я в засвете. И КВ-85, и Кромвель, короче, вот здесь. Нормально. Ну, мы их не видим. Пока. Не надо, вы там спрячетесь, никуда не... А вы куда выехали-то вообще? Никуда. А кто ж помирает постепенно? Если они на базу заедут с первой линии, кто будет подсвечивать? А их у один засветит. Тот да. Ты чё? Ладно. Я контролю вот здесь вот проезд. Они если заедут, то один их увидит, а мы вернемся и их убьем. Не хотят.
2.37 на голде и Кромвель. Да все там на голде, это этот. Какой-то. Ну да, мне всегда вот. Кромвель ББХ стрелял, не пробил меня. Не, просто я к тому, что в укрепах и в ротах, я не знаю, чего вы удивляетесь, когда кто-то играет на голде. Ну да. Я вообще не удивляюсь. У меня ББХ 7 раз не пробили. Я уже только выехал, уже 9 попаданий. Что, будем атаковать, нет? Не. Я против. Идем ехать. Я обнаружил. Ну, давай, чуть-чуть еще подожди. Давай, подожди. А если не, ничья, кирпичей дадут? Вон, видишь, у тебя. При ничьей кирпичи дают, не? Ага. А, ну мне ничего устраивает. Колупай, он тебе сейчас рентгеном засветит. Так да может, пофигу. Может договоримся с ним, просто пообщаемся на ничью. КВ-85 вот здесь стоит. Так точно. Почему? Ну кто меня светит? Блин. Да вот он 37-й здесь стоит и светит. И да не может меня, сюда он поехал, колупай вот он может видел? Посветить, но не меня. О, возле базы. Нормально. Вот он у меня и светит, скотина. Не попал ему в макушку. То есть ты куда? Второй вот здесь поехал, смотри, жучи. По воде. Блять, я не попал, ну почему, блин? Тихо, тихо. Вот кто-то здесь маячит. Еще третий отсюда лупит, 37-й. Светит. Все, и рога включены, и все, что есть, все включено, и хера ничего не светится. Типа да. Ну, обычные ребята полным составом отсюда на светляках не ездят. Гад. Ты что, ты того дальнего не видишь? Так, вот они. Ребят, сзади. О, убейте вот этих, которые к вам приехали. Да, ну, ловите. 3-4, вот это вот убейте, то, что тут есть. Нэп, встречаем. По-любому пересветит. Алекс, не лезь, подожди, не пусть они на нас выйдут. Выстрел, что ты переживаешь? Все будет как попало. Кстати, не на голде пока. Сейчас я сзади заеду. А вот теперь на голде. По одной цели стреляем, ребят. Ну, кого удобно, тут не факт, что по одной надо будет. Ну тут да, они же вылазят, кто вылез, тому и по шапке, да. Кто-то сбоку заходит, да, там наш. Так, смотри, как он только их отвлекет, вперед же сразу. Пошли. Да, сразу выскакивайте. Не спим. Все, поехали. Поедем, я тебя не загораживаю, давай. Желательно крома добрать бы. Еще. Я доберу. Блин, да как так я? Да, не добрал. Да блин. Фух, потушил. Забирай кран. Давай, добирай. Отлично. Назад. Ну, дальше сам. Безобразно.
Я не знаю, он у меня какой-то медленный. Пока я выеду, это... Честно. Давайте вот сюда вот подруливайте, вот здесь кто-то есть. Светите вот, а то в тыл тут зашли. Вот этого КВ-85 убейте. Точно стреляем, Туся. Это привычка дурацкого автоприцела. Вот сюда вот приехали, 34-й. Джеки, ты отойди вот сюда поглубже, ты чтобы сначала клупай стреляли. Че, давай эту 37-ку, что. А, все, не. Они обе там возле базы. Блять, гусы, господи, как вот так? Блин, в борт, стрелял в борт и гусы ему сбил. Вот да, вот по сути, как можно светляку. Так, ну не, давайте, поехали на бат. А где другой резин? На захват, че? А, шотного тебя же хотя бы оставьте. Кому-нибудь остаться можешь быть? Ну шотного. Надо остаться, один танк. Нет, естественно, один танк остался, на всякий случай. Вот здесь на пригорочке. Джеки, а ты тут? Джеки, а ты тут? Я в свете. Ну такой убирай. А не на месте крутись. Блять, GT. Ты в поле решил 37-ю пересветить? Да вон меня светит. Так я тебе говорю, ты едь, уезжай отсюда просто, а ты, блядь, крутишься на месте. 37-й вот отсюда приехал. Я не знаю, я еще в свете нет. Лево. А вот он сзади. Ай, Туся, что ты делаешь? Тусь, ныряй на него. Да еду, убегает. И сзади падает того. Да-да. Вперед, сзади, зайдет. Перекрой, чтоб не ушел, не дай бог. Времени не так много. Его подсветить надо, ну, чуть прижмись. О. И таран. Отлично. Есть. Знала, что так можно, да? Жуки, ты видел, что произошло? Да видно. То есть там уже все были, кроме тебя. Ты вертелся. Да нет, а мы же погоди. Он ни при чем. Мы вообще хотели один тяж оставить на базе. Вот он и задумался. Мы хотели 34-ку оставить. НЭПа. Ну так надо это было говорить. Не на базе, а на горке. Там уже остался GT, вертясь на равнине. Но стратегически так, это невыгодно, не знаешь почему? Спросить. Тяжи медленные, пока бы они дотянулись, нас бы, ну там, двух СТ-шек бы разобрали. Ну я просто видел его последнее место засвета. Вот я вот туда и сводился, развернулся мордой. Так, ну давайте, да, поражение. Что там у нас еще есть?
чего ждем. Ну пока бой не начался, а что там за порт свежий? Это резерв или что? Да. Ой, Каспер все время что-то включил. Так надо в объяву писать. А то в чате-то она пропадет потом. Так, ну давайте так же, гору берем. Тяжи вот здесь остаются, вот возле моста по углам просто. Куда-куда это? Повтори, что-то я. Да гора, что здесь? Карта-то. Гора наша, значит. В шапку вентрилы потом порт лучше запишите. Даже этот порт что был, нет? По-моему, да. Порт? И этот тоже не? Айди? Я бы просто не могла зайти тогда, если бы не было. Так, они тоже мчатся, так что готовимся. Ой, не убейте этого 20. Так, давайте его один перемещаемся сюда, на эту сторону. Пока наш тут держит. Кто-то контрольте лево там. Там 20-ка что-ли что? 21-я там внизу была. Все, я на бурс лево. А, все. Что ты? Да блин, извини. Ничего, все правильно, это я подставил. Он 21-й ушел. Где остальные? Двадцать первый, вон он где. Ну, контрольте кто-то. Один, если вы тут не справились, тогда нет. Отъедь, жити немножко, в тебя не стреляли. Сори. Ты контролишь, да? Эх, плохо. Ай, на гуслю поставила, да. Контроль еще. Я вот этих буду потихоньку колупать. Контроль. А, сзади. Хорошо. Сзади. Слушай, помоги. Отлично. Сзади, КВ-85, назад, встань. Пусть помоги. Давай. О, классно. Убиваем. Еще один. Давай. Сейчас. Все, теперь разворачиваемся. 43-го убиваем. Давай. Есть. Так, ребята. Давай. Туся, 43-го. Все, ну 43-го. Да еду, ну куда? Нормально, понятно, нормально, все нормально. Надеюсь. Эх, какой. Ай, не пробило. Таран. Все, перемещаемся вот сюда. Я сюда, можно? Из горы видно будет. Ну, можно. Ну, я из горки постреляю, видно должно быть хорошо. Ну, давай, да, это увидишь. Там увидишь, КВ-2 еще. Колупай, ты вообще не вылазь нифига, никуда. О, видишь ты его, класс. Ну, они поехали, можно в задницу заехать, КВ-2 убить. Да. Колупай, не вылазь, они если на мост поедут, тогда расстреляют снайп. Лучше АИ в борт. Вот, все, давай. ОИ выстрелил? Да. Ну ты КВ бей. Он добивай. Только аккуратно, спокойно. Свелось. КВ-2 четный. Все, за камушек. Все. За камушек, и он будет, будешь с ним карусели играть. 3 секунды, 2 зарядился. Куда ж ты полезла? Пусть сам лезет, все нормально. Колупай, рули. Да, правильно. Я же знаю. За камень. Да. За камень, рентген. И как я тебе подскажу, где у него будет ствол повернутый. Я его сейчас колупай бахну, смотри. Ну все.
Так, ну мы собираемся проигрывать или как? Нет. Ладно, всем спасибо. Зачем? Я выхожу. Есть там заменить? Да, нормально. Давай, Париж, спасибо. Давай, всем пока. Давай, пока. Пока. За цветами, наверное, поехал. Ой. О, мне опять кучу кирпичей надавали. А чё мне ничего не... Рич в бою, Ридер в бою, Странник в бою, Василий в бою. Мученик, который мучит. А что это за ссылку сети Странник скинул? Ну все, целую пачку наприглашал. Должен с ней сейчас кто-нибудь зайти. Давай кастинг устраивайся. Только... Такси в бою просто. Винтрило, о. Короче, всех плевать. Надо это сохранить. Лидер первый. Привет. 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 Стеху. Чего? Какой-нибудь стеху. Я 3485 и винт борта ВХ-34. Все. Давай 3485, нормально. Нэп дал. Нэп. Наверное, вышел в санузел. Дом четырехэтажный, пока спустит. Да нет, ну ладно, не издевайся. Не издевайся. Я сейчас слышу. Сегодня наши в хоккей затащили, вообще аж прям подпрыгивали. Прям подпрыгивали. Прикольно, да. Ой.
Ай-яй-яй. Это что у них клан Звездный Войн? Так, ну войны? Тебя же понятно куда. Вон сюдымс. На дежурство. Бессрочное дежурство. Я останусь здесь. Эстехи пока здесь. Посмотрели, если никого нет, потом все вот промчались вот сюда. И убили всех здесь, которые вот убьют. Классная идея. А укреп считается в общую статистику или нет? Нет. Победы нет. Поражение, да. Да. Ой, тогда я вот ехать. Давайте, скрепите. Ой, давайте, едьте, чё вам? Кто едет из ТЭЛИ? Вы должны ВК и кровели там просто убить. Их убьете, и тогда сразу поедут туда из ТЭШКИ. То есть сюда вот сюда заезжайте и их убивайте. Так, впереди КВ-2. КВ-2. Все, класс. Они все здесь. Ух ты, вот это нормально. Кто-то попал. Что ж такое? Ну, ВК-шка маленькая, один. Кто же домик сломал-то, а? Почему-то наших убивает больше. Кромвель на голде катает. Приезжаем. Где ты КВ-2? Бля, а чё мне... Его убили, Чешин? Нет. Вот он стрельнул. Стрельнул, не засветилась. Фугаска, ёпта. Поехали. 34, вот здесь сюда вот пройдите. Тут вот кроме... Ещё там за ним ещё что-то стоит. За КВ-2 ещё что-то. 37-й где-то. 37-й, да. Там ВК стреляет. Да не, ВК слева было. А. Да нет, 37-й. Нет, вот здесь ВК, вот ВК здесь. ВК прямо, вот он. Я за кровелем. Ух, а мне опасно. Да. Вот сюда кто-то тут за... уехал. Вижу, я поехал. Ай, меня... За труп встань. Слепую, сразу надо было встаниться за него. Не успел. Ну ничего. Вот ВК-шка, я говорю, видишь? Жуки, убей его. Отомсти за меня. Да ну если блять, не задумал. Добейте. И плюс и двое, кстати. Ну, можно базу брать. Все, вставайте тогда. Три, кто-нибудь туда рулите тоже. А то они сейчас на захват. Ну, еще один остался. Вон, оставьте там колупая на захвате. О, жди. С GT
идите, а все остальные стэшки идите и убивайте. Ну или дружку он пошел. Сам справился. Видите, все. Не, мы спать сегодня будем или как? Или как? Это может жить и просто ругаться перестать. Так, всем спасибо за игру, я уехал в командировку. Батюшки, удачи. Это... Уже? Да, сейчас выезжаю. Нормально. Куда удачи опять? В командировке. Туси, с наступающим. Спасибо. Всем пока. Давай, удачи. Пойдете надолго? Блин, ну где-то на сутки где-то. Давайте, кто там еще? Рича. Я на УИ. Рича. Я в бою. Долго? Давай, выходи, кидай его. Куда? Давай, проигрывай быстрее. Ха-ха-ха. Либо наоборот. Слизь, ну только начал. Ну тогда есть у нас перерыв. Это плохо. Сейчас расслабимся. Может, да, раш потерять. Ну я уже сливаюсь. Медленно сливаешься. Уже. Молодец. Рейтинг, заметьте, давай. Тебя не совсем торопили. Саша, говори. Привет, Кой. Привет. Давай еще. Все, и приглосы. Че ты шопошник, когда приедешь? Да хрен его знает. Рейд, приглосы закрой, а то пацаны, не дай бог, зайдут. А все же закрыто. А как его закрыть? Ну там как-то выделяется и... Я не помню. Да нет. Не, никак. Ну поехали. Так, ну что, запускай. Может оно само отменит. Да, все. Сложнее. Хотят, чтобы ты пошел спать. ББшки ждут вас. Да-да, во, вот это правильно. То есть вот сюда тоже на большие тяжелые таночки пошли. Вот здесь вот остановились, то есть, ну да. То есть туда не заезжаем, просто пока ждем, посмотрим, где они будут рашить. А мы их встретим пока, ну вот как обычно уже здесь. Глупая, у тебя лампа прокачана на нем? А здесь-то еще больно. Тут они как выкатятся, так и выкатятся. А кто спит у нас? Кузенчик. То есть особо туда не заезжаем, просто встречаем вот этот вот выезд. Какой неудобный балкон стал. Райт, еще раз, куда вы? А вот к СТ-шкам. То есть контролю вот это место и вот это место. Ну вот здесь вот может быть, ага, вот. Так, вниз. А нам через мост переезжать?
Да-да, пропускаем их сюда к себе, убиваем. Так, их. Они рашат. Возвращайтесь. Вот тут вот фокус бы не помешал. Сейчас будет больно. Дамажьте по максимуму. Все. Так, уйдемся, отходим нас. Добирайте шотных. Тут эти приедут. Позвоните, прячь. Райбера сейчас отдашь. Так, ну ты там спрячься. А, уедь. Все, тяжесть. И не останавливайтесь. Да, давай команду тяжем, а то они сейчас будут тупить. Давай, давай, поехали. Тяжи едь. Да не тупим, едем. Так, давайте. Или стреляйте, или едьте, что-то делайте. А теперь тяжи терпите. Да, зря. Надо было тяжи вперед выводить и с техом уйти, чтобы они уже помогали. Ну да. Теперь они все. Слушай, а огнетушитель кто будет заряжать, да? А вообще-то меня два раза поджигли. Так как я должна? А, два раза выпадали. А ты сверху галдуешь. Да, мне два раза. Да. А вот теперь кто сказал, тяжи езжайте вперед и не останавливайтесь. Твою укладку, да. Да вот нормально, честно, нормально. Лучше бы я отстрелялась. Ничего, лучше бы я отстрелялась и... Это потому что ты оказался сейчас загрызут просто. Да нет, это мы первые бросились. Азарт бой, понимаешь? Ну ладно, давайте от поражения считать. Смотри, у тебя броня во лбу. Играешь от лба, как бы. Да, выехали да. Вперед, поставляешь ту колоб лево-право, там чуть доворачиваешь. А СТ-шки не давали бы вас объехать лево, с бортов. Лево-право лоб, когда тебя с трех сторон окружили, вот какой ты, вот ты говоришь вот сейчас. Колупай, я тебе еще раз объясняю. Нормально было бы. Еще раз объясняю. Колупай, ты тут ни при чем. Не, ну как он мне говорит, как мне играть, от лба играй. Как я тебе от лба, и сказали, выезжай. Я так и знал, сейчас закрою. Ну как ты можешь играть от лба, когда уже СТ-шки слились? Вот как ты можешь играть от лба, когда СТ-шки слились? Ты провтыкал момент, не выехал, встал там за СТ-шками. СТ-шек выкосили, а потом только ты выехал. Это так же и в рандоме. Сначала стоит в кустах, ждет, пока все сольются, а только потом идет воевать. Дружка, давай нажимай. Хера подобного, ты не прав абсолютно. Ну я не прав. Давай посмотрю, что вообще настреляли. Алекс, давай. Да ладно, все нормально. Я в два раза больше ближайшего камня настрелял. А ты считаешь, один выстрел это ты справился, что ли? Все, Алекс. Хватит. Реально нам не надо было... Можешь у Масты спросить, когда мы играем в Ладер или где-то еще. Я всегда слушаю его команды и один выезжаю, когда он говорит поехали, поехали, а больше хуй кто выезжает. Ну так это проблема остальных, а не твоя. Так, давай, Ред, команда. Закончили цирк, поехали. Ну да, ой, один тихонечко тык-тык-тык-тык вот сюда, и вот здесь всех разобрали. Все СТ-шечки, ну вот, выстроились, ну вот здесь вот за камушками. То есть, встречаем. Ну да! Куда едем? Только, ой, вот тут краем, чтобы вас не светанули и в бок не пихали. Да, СТ-шки тут за камнями летаются. Ну да, тут чисто ждем. То есть никакого раша, ничего, просто свет и все. Реча, ты куда попер? Давай назад, алло. Оу. Реча, назад. Да, далеко. Разогнался, фраер.
Не стреляем, просто засветили, увидели, кто-нибудь дальний стрельнул. Видите, куда дул повернут? Да, да, на нас. Нормально. Да, вот этого задрота убрать бы. Тут не видно. А, вот видно, не что. Хера. КВ-85, тип 64 на железке. Не вылазь сюда, простреливай. Давайте, ой, катитесь, катитесь. Куда, на базу? Ну да, 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 туда рулите. Сейчас наших там будут рука. 85 на Алдес, еще раз. Ой, давайте, 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 скрипите, скрипите. Боже, какой он медленный, труба. Нормально, наш там сейчас делает. Отращиваю там... бороду. Ой, под горку как тяжело, да? Смотри, ты меня делаешь. Давай 85-й. Давайте, давайте, давайте. Кто-нибудь вернитесь. А кто на вас на базе? Это что за... Тип 150. Кромвель, попытайся. Что там на базе, не критично? Он полный, целый. Ну, главное, сбей и все. Фугасика. Сейчас у нас залазит. Сюда в угол. Что за дело, карты не согнулся, так, не разогнулся. Давай, Рэд, прячься. Рэд, да, прячься за мной. Стреляю. Прячься за мной, Рэд. Устал. Ой. Я не вижу никого. Это четвертый на дрочке вот здесь где-то стоит. Голубой, да безобразие. Чего ты там кричит? А малышня обоих. Не, не бортом, клупой. Вытем встать. Бомба, да. Меня только не сбейте. Так я и пытался, ты, а ты начал кричать, ты меня напугал. Кто там кричит? А у кого крикнул? Все, мы побей. Просто они еще прямо стреляли. Да, реально, если бы они еще прямо, то ББшкой все равно оно. Блин. Кровель у тебя самый-самый. Чего? В стату жалко, не идут победы. Так вот, я поэтому не особо люблю. Тут хотя бы кирпичики. А пол какой от этих кирпичиков? Деньги, опыт. Там же эти какие-то специальные штуки Каспер все время включает. Да. Можно, конечно, роту попробовать. Рот хотя бы смотреть. Ротовой бой. Ёпта, 17%. Хреновасненько. Да, блин, уже, по-моему, последние, я не знаю, боёв 5-10 уже вот такая рота идёт. Ну да. Ну что, не скрип 6-0-1 у меня такой, буду ли тебя безобразно. Остановимся за это. Да. Так, все тяжи, ё-моё. Так, ну пока встали вот сюда вот, за камушками. Посмотрим, откуда поедут.
А у Е тоже за камушком стоит? Да-да. Меня там за километр, Васа, наверное, увидит. А ты за камушком? Ну да, такую грабину, блин. Такую грабину тяжело не видит. Да, еще равнины непонятно, откуда и приедут. Ясно. Уже светишься? Да. Уже светишься. О, убьете? А вот этого МТ-25, вот зараза, засветил, сволочь. Они тоже в дефе, наверное. Я его не вижу. Что 50-е, походу, пошли по левому флангу. Факт. Вторая чага, куда ты поехал? Кром, дальше вот этого не катись никуда. Я знаю место. Ну, кто попал? А чё там? СТ по центру давим? Или чё? Статюги, сволочь. А хотя какие статюги? Два зеленых всего, у нас тоже два зеленых. У нас даже ни одного розового. Ой, нет, а у них есть. Розового. Рейд рынжанжовый. Рынжан. Вон они. А я его не вижу. Ништяк, блин. Ништяк. Он попал в меня, а я нет. Хреново. Да потому что он сведенный был. Ну, вообще не достаю. Сейчас попробую с другого камушка. Они, походу, начали душить ту сторону. Достал, но давайте, не пробил. Давайте стышки вот здесь оставшиеся попробуем. Хотя, наверное, чуть-чуть. Да, 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 давайте. Ой, оставляйтесь, остаетесь здесь, а СТ-шки там кто остался? Так а давайте по центру, по этой колее, на захват базы они не успеют. Ну, блин, опять прилетел. А я попала. Да, они сейчас в дейф вернутся и все. МТ-25 уберите, пусть не светит. Ну сейчас его этот кузнечик убьет. Отлично. Нет, я убью. Ну ладно. Подсвети, я от КДшего свет. ТТ чё простая? Давай ты что-то думаешь. Сможешь эти хуй? А не, я не достаю уже того другого уровня. А, я упал перед ним. И у меня в землю упал. О, 150-й здесь. 150-й. Разбираем то, что приехало. Надо вот тут хвост отставший. А, это УИ. Выдержу там нашего или нет? One shot. Держите, а мы назад. М4 давай на захват. И НЭП тоже на захват. Рычаг, душу его, короче. Разве да, душу да. Хочешь? Ёбаный в рот, блядь.
твари, а? О, суки, достали все-таки. Ничего, сейчас Рэд отомстит. Давайте стучим. Там у него 12 секунд. Он меня сейчас убьет, но... Я убил землю. Нормально, нормально, 4. Что с этой пушкой, я вообще не понимаю. Про монстра. Все, выиграем. Капец, шанс на победу был 17. Сколько? 17%. Да последние бои 20, 30, 17%. Ладно. Ну тогда это правильный процент. Мы побеждаем, значит нормально. О, 66. Будет 90, то есть проиграем. При 95 сливали, да. Да, при 5% выигрывали. Ну ладно, или та же самая байда была уж у нас. Вот сюда им. Приготовьтесь, поедьте медленно, степенно, потом вот сюда. А мы рассредоточимся вот здесь. Я встану в уголочке светить вот эту ерунду. Куда? Так, вот тут справа, ну, мое место. Город, город. Ну, один, приготовьтесь вот, вот здесь вот. Так, у них там город сейчас съезжают. Ну да. И походу на центр. Вот здесь кто-то должен просветить вот эту горочку. Кромвель, ты у нас самый светун, вот сюда вот встанет. И так шишка. Зелень. Кто там поможет, 25-го поможет, 34-го. Я засветил. Ай, не попало. Че за фигня? Ой, один, давайте их там бах-бах. Ой, попал. Че за фигня? Че за фигня? Блин, у меня 25 разбираешь, вообще пипец. Что добить? Ну так попасть не могу. Спрячься, пусть дальше вылезет. Еба. Нет, нам надо его убить. Ой, сзади. Чё ж никто не предупредил-то, ё-моё. Я так увлекся там. Ой, назад, назад. Да, да. Колупай, назад, назад, да. Че их не вижу? Где они там попрятали? За домиком. Отлично. Там мои объезжают. Давайте назад, сзади, сзади, сзади оборачивай. Пиздец. Я вообще хреново. Нет, ты сыгр... его давай вообще. Да, а что, вот эти никак не могли помочь вообще? Где вот вся команда вообще была?
Команда в чем? Никто не предупредил, но лично я не слышал, что центр прорвали. Мне просто тоже спокойно стрельнули и все. Так же, как он по ИИ. Мы на 25-го с НЭПом отвлеклись. Пипец, позор. Я тоже вообще очень хреново сыграла, честно. Ни разу не попала. Все, всем спасибо. О. Классно поиграли. Ну, неплохо. Да, неплохо. Капец, блядь, он все-таки даст. Это уже усталость, позор. 25-й разобрал почти 2-34, блядь.